что я в Иркутске живу. В Иркутске живу. Я, знаете, что хотела, чтобы в интернет... Вы, наверное, хорошо работаете, да, в интернете? Наверное, хорошо работаете. Вот чтобы это дошло до высоких этих, вот где Путин, Медведев, там вот эти все, да? Сейчас все возможно. Все возможно? В общем, я хотела сказать то, что Владимир Владимирович, вот я к вам обращаюсь, я хочу сказать, я 10 лет, я нарочно 10 лет бьюсь. Вот вы когда клятву давали, ложили руку и клялись, я обязуюсь, я свой любить народ, защищать его, т.д. и т.п. Я все. Вы что обманывали? Я прожила страшную жизнь. И ты, Володенька, знаешь о моей жизни? И ты говоришь, я знаю, как народ живет. Да кого ты знаешь? Ты бес натуральный, Володя. И уходи ты с этого поста. Уходи. А ком о вас? А тебе можно сказать доброе слово? Нет. А медведь нет, ни о ком. Ни о ком доброго слова-то сказать. Назовите мне о ком. Назовите, Жириновский, клоуны, все они, этот, а Зюганов, а эти, ой, а коммунисты-то, Господи помилуй. Да вообще постыдно нам, вот нам за вас стыдно. А вы как-то сказали, вас спросили, вам стыдно, Владимир Владимирович? Вы сказали, нет, не стыдно, вам правда не стыдно, Владимир Владимирович. Вы бессовестный, вы настолько бессовестный, что даже вот сил нет. Мы когда смотрели ваш... Я вас крестила и крестила. Господи, убери его. Господи, убери его. Господи, чтобы он на лыжах где-нибудь споткнулся бы. И чтобы он потом только бы на лыжах навязывал бы меньше. И все. Вот я не хочу вам много, но чтобы Россия таких как вы мешалась, чтобы вас не было. Вот я, иркутянка Евдокимова Валентина Николаевна. Иркутск, город. Я не боюсь, Кто ты такой вообще? Да вообще, кто вы такие? А вы, Владимир Владимирович, вы в церковь, прежде чем зайти, ползком заползите и стоите гордо там, на первых рядах вас возят. Не имеете права в церковь ходить. Вы покаяние принесите, перед нами покайтесь, а потом уже заходите в церковь. Вы не имеете права туда заходить. Вот я вам сказала все. И я сказала, это сказал русский народ, сказал русский. Вы Россию, как на заклание Агнца уже приготовили. Вы все богатства поделили. Вы все строите гигантские там мероприятия. Вы на заклание Россию готовите. Вы уже поделили ее. Вы ее поделили. Народ уже споенный, занаркоманенный, запроститутенный. И все, народа нет. Только утром один раз появится ваша личико, похоже на кого-то, и скажет, уважаемые мои товарищи, вот Россия, там тот-то этот, как его, богатый, тот-то богатый, тому-то богатому, а мы будем соучредителями. Вот ждет, что нашу с такими, как вы, Владимир Владимирович. Все, до свидания.